Более 2000 человек приняли участие в югорском лыжном марафоне. В их числе такие звезды, как Александр Легков, Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Александр Большунов. Именно к двукратному обладателю Большого хрустального глобуса и чемпиону мира было приковано особое внимание. Еще на предстартовой пресс-конференции Большунов сказал, что приехал только за победой. Если первые из двух кругов гонки соперники еще пытались что-то противопоставить лидеру сборной, то на второй части дистанции Александр ушел в отрыв. В итоге на финише преимущество над ближайшим преследователем Раулем Шакирзяновым составило почти 2 минуты. Третий результат показал биатлонист Никита Поршнев, который продемонстрировал свою конкурентоспособность в непрофильном для себя виде спорта. Формат югорского лыжного марафона включает в себя гонки. Гонки и для любителей. Бегут целыми семьями, в отдельном зачете соревнуются и паралимпийцы. Для тех, кто не стоит на лыжах, тоже нашли занятия по душе. Турнир по футболу и снежная полоса препятствий, и автограф-сессия с известными спортсменами. Сложная трасса, так как лыжи проваливались очень сильно, и местами снег был очень грязный, потому что в этих местах было мало снега, и организаторы очень сильно постарались, чтобы трассу подготовить и сохранить до старта. И я, в принципе, рад, что все-таки эти соревнования состоялись, и круг, в принципе, был достаточно неплохой для этой погоды, потому что большой плюс, еще дождь передавали. Ну, хорошо, что дождя не было.